Здравствуйте! Здравствуйте! Рады гостям? Рады, конечно, рады. Сегодня, в этот осенний день, в этой прекрасной семье большой праздник. Потому что вы, Евгения Андреевна, празднуете свое день рождения. Разрешите поздравить вас. Желаем вам много-много здоровья, счастья, благополучия. Да. Что вас всегда окружали честные, добрые люди и верные друзья, а близкие, что всегда были рядом. Мы предоставляем услуги сюрпризы для вас. Как вы думаете, от кого поздравления? Ну, от родных и близких, от мамы, папы, сестер, братьев, племянницы, племянников. Сейчас узнаем. Держите этот тортик к праздничному столу. Спасибо. Эти красивые цветы только для вас. Шампанское. И, конечно, у нас есть для вас и поздравления. Родная наша Женя. С днем рождения поздравляем тебя, родная наша. Желаем тебе крепкого здоровья. Пусть все, о чем ты мечтаешь, исполняется. Пусть в твоей жизни всегда будет возможность заниматься тем, что тебе нравится. Общаться с теми, кто тебе приятен. Делать так, как велит твое сердце. Желаем, чтобы жизнь была к тебе ласкова так же, как и мы. Чтобы она никогда не обижала тебя, не била и не позволяла совершать разные ошибки. Пускай судьба всегда оберегает тебя. Так же, как и мы с папой оберегали тебя с самого детства. И пускай наша молитва о твоем благополучии и здоровье охраняет тебя, где бы ты ни была. Желаем тебе летать от счастья под облаками, подняться на самую верхнюю ступеньку карьерной лестницы, реализовать себя как достойная жена и заботливая мама. Родная, будь счастлива, и пусть твой ангел-хранитель и наши родительские молитвы хранят тебя от бед. Мы тебя очень-очень любим. Нам Бога есть за что благодарить. За то, что дочку нам когда-то подарил. За то, что нам помог ее растить. И что смогла всем сердцем полюбить. Родная доченька и любимая ты наша сестра. Желаем счастья, где бы ты ни была. Здоровья, море сил, добра, удачи. Пусть ангелок тебя хранит придачу. Ты наша нежность, мир и вдохновение. Будь мудрой и всегда найди решение. Не торопись, все взвешивай сначала. Любви взаимной крепкого причала. С наилучшими пожеланиями от родителей Анастасии и Андрея, от сестер Лидии и Екатерины, от брата Ивана и от их близких. Поздравляем вас! Спасибо. Мы знаем, что и у вас найдутся слова для ваших близких. Хочу желать своим родителям здоровья, санатати, мулцани на инте, снимай видем, ши кумдзичи барвату нев, осу диан сантампинем, ку паринцы, что с ной бриуна, сурори лишь фрацуору, кен мам фрацуора, ши ду сурори. Și nepoții, eu vă iubesc pe toți. Și-am mai spune, să trăiască o magiata noastră. Dacă am putea, i-am dat casa cerul, soarele străjerul, leagănă vântul, iar masa pământul. Felicitări pentru doamna Eugenia! Mulțumesc.